Сейчас техника работает на улице Раздольная. Сюда завезли более 500 кубометров щебня. В общей сложности здесь отсыпят свыше 1 километра дороги. Была сделана планировка, был снят верхний слой весь полностью, было сделано исправление профиля, существующего которого здесь был снят грунт, был снят дерн, и началась отсыпка щебня. Также в щебне выполнят ремонт на Крымской и Пролетарской. А вот на одной из самых протяженных, улице Мира, положат асфальт. Это будет качественное двухслойное покрытие. К работам планируется приступить уже в конце этой недели.